Итак, Дима ищет выход у нас. Прикольно, прикольно. Так, стоять. Ну правильно, тут да, ну вот смотри, вот, ну ты же ничего не видно, разве? Как тебе легко обмануть? Лабиринт обмана. Слушай, прикольно. Это ты придумал, да? Придумала компания Sky Production, ее дизайнеры, креативные инженеры. Дима вот на самом деле уже бегает здесь. Дима просто напился. Ребята, как выйти, да? А ты не хочешь первый пойти? Хочу. Да, да, вот. Ну туда только, вот чтобы мы... В смысле, туда? Вот, и направо, потому что он, Дим, неправильно шел. Куда ты идешь? Туда, да? Ой. Слушай, вы на перегонке бегаете. Ты обратно. Давай я тебя снимаю еще, вот, фотографирую. На самом деле, надо же найти волшебника. Волшебника надо найти. Чего? Вот как бы хитрость белорусского певца, она как бы видна невооруженным глазом. Пожалуйста. Пакости. Ну прекрати. Вот что Дима делает, мне непонятно. Ну что-то происходит, что Насте не нравится. Настя, ты вот разогналась. Ты понимаешь, что надо выполнить одну задачу, прежде чем найти выход, который ты не сделала? Нет. Тебе нужно найти волшебника этого лабиринта, хранителя. Волшебник? Открыв одно зеркало, да. Серьезно? Да. Вот. Все, мы обломались. Ну, вот. Где вы? Подожди, где вы? Где? Стой, ну подождите, надо найти волшебника. Ну, вы же не можете сдаться. Что? О, вот он. Вот где? Во. Неужели? Так давай. Не, надо к нему загадать желание. О, видишь, как он. Ну вот, собственно. Давайте я сфоткаю, где. Да. Правда. Что там Дима делал с носом волшебника? Мы не будем комментировать. Ему надо положить денег. Волшебник очень бедный. Вот, а Дима обдирает, он любит обчистить нищих. Пожалуйста, да, Дима, ты пойман на месте преступления, да, пошли. Да, именно так. А, ну нет, вот теперь вам нужно найти выход, это надо идти обратно. Вот, вот. Так, Настя, стоп. Ну вот. Дима нашел выход из зеркального лабиринта спустя часа три. Это 100%. Вот, Дмитрий, ваш...